Всем привет! Сегодня хотел бы рассказать про такой сайт, как 9111.ru. Данный сайт дает возможность зарабатывать на написании статей. Вот сейчас зайдем в мой личный кабинет. На данный момент у меня сейчас на счету 6000 рублей. На этом сайте я недавно, что получается, 29 декабря. И вот чуть более чем за полмесяца я уже заработал такую сумму. Ну, пробежимся маленько по сайту. На чем здесь можно зарабатывать? Ну, во-первых, на написании статей. Как вы видите, вот на данный момент у меня опубликовано 302 статьи. Перейдем на любую из них. То есть берете, пишете статьи, либо здесь также не запрещается копировать статьи с интернета. Но обязательно нужно указывать источник, откуда вы взяли эту статью. То есть в конце статьи всегда указываете ссылку на тот сайт, откуда вы взяли эту статью. Это как бы условие сайта. Так, дальше. Перейдем на мои публикации. Вот такие просмотры на данный момент. Вот сейчас покажу вам статью одну. Вот она мне, я ее опубликовал, получается, позавчера. Что у нас часу? Так, 18 января. На данный момент на ней 96 тысяч просмотров и 62 тысячи дочитываний. Платятся здесь деньги за дочитывание. То есть сейчас перейдем, тарифы посмотрим. Вот они, тарифы. То есть источник трафика. Поисковый, если люди переходят на вашу статью из поисковых систем, то вы получаете за 1000 переходов 100 рублей. Если из социальных сетей, то тоже 100 рублей. Других сайтов 100 рублей и прямые заходы. А если внутренний переход, то есть с этого же сайта люди заходят, смотрят, вы получаете 50 рублей за 1000 переходов. И также из почтовой рассылки. Желательно, как сама пишет администрация сайта, желательно публиковать, конечно же, оригинальные статьи, то есть уникальные. Тогда по усмотрению администрации, если будет хорошая уникальность, они могут как бы вашу статью опубликовать из почтовой рассылки. То есть тогда будет намного больше просмотров на статью, соответственно, и больше вы сможете заработать. Но сейчас пробежимся по моему балансу. Вот какие суммы были заработаны. Начнем сначала. Вот 29 декабря я начал публиковать первые статьи. То есть на первый день было 13 рублей, потом 18, 20. Это вот по дням. Ну и вот так вот. Потом 7 числа был небольшой подъем, 190 рублей. 8 136, 74, 50. И вот начиная со вчерашнего дня, 19 число, я за день заработал 1603 рубля. Это получается за 18 число. То есть здесь написано за 19, но это 19 начислили. Но по идее это как бы начисление за 18. То есть я сегодня получаю за вчерашний день. Вот так. Сегодня я получил за вчерашний день 3559 рублей. И в основном это идут все... Вот эти деньги с одной статьи, которую я вам показывал. Сейчас даже перейдем, посмотрим. Публикацию перехожу. Это вот за сегодняшний день. Вот они все мои начисления. Вот все эти статьи. И, ну, с каждой там переходы какие-то идут. Денежка капает. И вот основная вот она статья, которую я вам показывал. 3549 рублей.
То есть здесь было внутренних переходов 16 и поисковых систем, то есть с Яндекса, зашли 35 332 человека. В итоге по 10 копеек за переход, это получается 3533 рубля. И также было за позавчерашний день, там, тысячу, ну, там 1500, по-моему, заработано было. Так, на чем еще здесь можно зарабатывать? Также есть ежедневный конкурс статей, вот он, сейчас перейдем. То есть здесь опубликованы статьи. То есть какая статья больше всех набирает лайков за определенное время, за сутки, то 10 тысяч делится на среди вот 20 статей, которые больше всех набрали лайков. То есть за 20 место 50 рублей, 19 100 рублей, ну и так далее. Самые за первое место, получается, люди получают 1500 рублей. Помимо того, что еще ну, на статьи они зарабатывают сколько там просмотров, допустим. Это второй способ заработка здесь. Также вот еще хотел бы рассказать про бонусные лайки. Для чего я вам говорю, что нужно писать уникальные статьи. То есть, чем уникальнее статья, тем вам статья, тем больше вам дается бонусных лайков. То есть, допустим, статья 100%, 100% уникальность, вам дается 100 бонусных лайков. То есть, вы уже, допустим, 100 лайков у вас уже есть. Вот, допустим, вот посмотрим вот по этой статье. Вот 100 лайков ему дали этой статье, 100 лайков дали, это как бонусные были. И плюс 207 и 166, вот это уже набрано лайков, лайки вот эти за, ну, то есть люди заходят, читают, ставят лайки. То есть у него, соответственно, уже получается 473. А если бы здесь, допустим, не было бы этих 100 лайков, то у него бы было всего 373, допустим, это. Поэтому, чем уникальнее статья, тем больше шансов попасть вот сюда, вот двадцатку еще призеров вот этих. Как бы. Это второй способ. Ну и третий, это получается партнерская программа. Партнерская программа. То есть вы можете приглашать сюда рефералов также. И будете получать 20% от вознаграждения. То есть люди будут зарабатывать, и 20% от их заработка будет капать вам. Также советую вам зарегистрироваться, если вы желаете работать на этом сайте. Зарегистрироваться по моей реферальной ссылке, которая будет под видео. И в итоге вы получите сразу на баланс, вот сюда вот на баланс, получите 500 рублей. Сразу же. То есть минимальный вывод здесь 1000 рублей. То есть вам уже надо будет не 1000 набирать, а 500 рублей всего заработать, чтобы можно было выводить. Насчет вывода. То есть как вы только набираете 1000 рублей, вы связываетесь с администрацией, то есть заполняете свои реквизиты, подписывают, вам они проверяют, высылают договор. Вы его распечатываете, подписываете все реквизиты, указываете и отсылаете. И после этого вам будут деньги капать на карточку по заказу. То есть заработали вы 1000 там рублей или сколько не хотите, больше, допустим. Нажимаете вывод, и вам деньги будут перечислены уже к вам на карточку. Также этот сайт, это все официально. Здесь он платит за вас налоги все. То есть, как вот Яндекс.Дзен, если кто-то работал, знает. Яндекс.Дзен платит за вас налоги, все, и также здесь. То есть, 13%. Ну, в общем, кто желает зарабатывать на этом сайте, переходите по ссылке под видео, регистрируйтесь. Сразу же, еще раз повторюсь, получите 500 рублей на баланс. Ну и можете зарабатывать деньги. Все, всем пока.